Общегражданское движение «Многонациональная Грузия» издало карту «Мультикультурная Грузия». Издана карта при финансовой поддержке посольства Швейцарии. Карта содержит культурные, исторические и архитектурные памятники исторически проживающих в Грузии этнических групп. Однако карта создает неправильное представление и неправильный исторический образ этнических азербайджанцев в Грузии. Кому это выгодно? В карте есть ряд существенных ошибок. Считаем неверным отождествление этнических азербайджанцев Грузии с персидскими завоеваниями. Рисунок на карте дает именно это отождествление. Неправильно названа мечеть на карте в районе Марнеули. Данная мечеть называется мечеть Джорархы, но никак не мечеть имени Шаха Аббаса, что в очередной раз неверно отождествляет азербайджанцев завоевательными походами персидского Шаха Аббаса. Рисунок, образ, портрет азербайджанца категорически не соответствует тому реальному образу и облику, которое в действительности имело место в прошлом. Этническая карта имеет дискриминационный характер, разжигающий неприятие азербайджанцев, неправильно ассоциирующая мусульман-азербайджанцев с завоевателями Средневековья, не отвечающая внешнему образу и облику менталитету азербайджанцев. На встрече в Марнеули автором карты Арнольдом Степаняном и его так называемыми экспертами, активисты общественных организаций азербайджанцев Грузии потребовали поменять и не распространять эту карту. Во время Советского Союза чой инсандар футбол командасында ве харби хидмэттэ. Чунчу онлар онда рус мэдэниятын үзэрэндэ харби курулмуштэ. А бизим бүйүнчү күнү харбидэ. Афсерларын да солдатларын да бая да бар. Ве сиз бурда бүйүнчү күнү тарихыны коймуйсуз. Гэдими улу азербайджанлара мэксус олан палдар ве кишлэр болсуз. Ве о дөрүдэ хэч бир азербайджанлы баксыз жок. Əgər götürsək bugün erməni, Ermənistanın hər birincisində də, futbolunda da bıxsızlar yox, bığlar yox, hamısı bıxsızdır. Ancaq siz orada erməni tarixi, sizin mədəniyyətinizi qovsuz bığlı bir gözəl, enli şürəli insan. Bizdə isə Azərbaycanlı kişisini, qovsuz mavi, yanı pepək. Ancaq bizim isə zəhmət çəkildiyiz Tbilisidə, milli müzeyində bizim Azərbaycanlı kişilərin qəlbini, paltarları var. Да, пожалуйста. Он сюда на нордан заходил. Вот туда сам тут вот. Давай, экс. Здравствуйте. Вот мне интересует. Вот это Кашинер Мурсинда Бедена Улан Чаржумельмесе. Бухаятали Бурак Махта Мексед Нейли. Я сам делал Мексед Нейли. Минди Мексед Нейли. 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 Суть создания этой карты. Очень хорошо. Я рассказал, еще раз расскажу. А тебя не было, да, когда я рассказывал? Нет, нет. Значит, в первую очередь, суть создания карты заключалась в том, чтобы вызвать интерес к региону, кроме карты сам сначала карты. И если видишь, больше всех памятников мы сделали колонию. Значит, ежегодно только с азербайджанской Армении приезжает такой миллион человек, которые пересекают границу, в основном едут через Тбилиси и едут отдыхать. Остаются в Тбилиси и едут отдыхать. В Грузии в туристическом плане регионы Крамо-Харти и Санкт-Петербург не развиваются. Развиваются только Сванеты, Хапети, там только два города, Батуми и Горжоны-Шоу-Начи. Все, этим заканчивается. На в регионе меньшинств, так называемые, никто внимания в туристическом плане не обращает. Эти миллион человек, которые пересекают границу, они в основном обойдут только это. Дальше продолжаем. Да. Это этнические, видишь, если субэтнические группы, да, даже их включили, чтобы, скажем, тот эстонец, который приезжающий, чтобы интересоваться. Это первый шаг был. Второй шаг, я уже показал. Называется, у нас было 4 эксперта, но по азербайджанской, вот это еще говорит по азербайджанской позиции. Значит, касательно мечети, я уже сказал, что с одной мечетью мы ошиблись, я согласен с вами. Значит, проблема ошибки в том, что, наверное, скажем так, мы не до конца нажали, скажем так, мы обратились к Вагифу, к Муле Вагифу.
Ахмад Рабив, но тогда он молод был, по-моему, когда мы обращались, который работает в таких местах. Но находится вот этот мужчина. Центральный, да. Национальный музей. Урчалист. Да. Это Харда Урэнгстин. İdarelerde. O cümleden. Eğer sayete girersinizse, prezidentsiz sayete, bunu prezident qadağan edildi. Buna bakmayarak prezidentsiz sayete bugünkü günü de yine bizi Tatar adlandırılır. Ve ona göre de bizim milli müzeyimizde Gürcistan'da, biz Azerbaycan, Gürcistan'ın bazarının altında Tatar sözcüğümüz. Сабир говорит, что, как вы знаете, в старину нас называли татарами, и на сегодняшний день тоже нас называют татарами, несмотря на то, что президент поставил вето на произношение этого... Я не знаю, об этом он еще не говорил, я просто то, что он говорит, говорю. И хочу добавить... Bunun düzeltmeyle ne dedi düzeltecek? Yoksa bu yayılmamış herde bu türde dünya bir bu şekilde tanıyacak mı? Ondan sonra sonra diğer ben de bunu aslında çekeceğim. Он говорит лично о себе. Я являюсь общественником, и многие из нас являются общественниками. Прежде чем размещать этот рисунок на этой карте, можно было бы посоветоваться с общественниками для того, чтобы Секундочку, я задам вопрос. А откуда он знает, что он пока идет к своему? Дина. Харлан.